Господи, радуйся, живоносный кресте. Радуйся, живоносный кресте. Благочестие, непобедимая победа. Благочестие, непобедимая победа. Этот чин воздвижения креста Господня, он совершается в церкви до сегодня. И вчера у нас в лавре воздвигался честной крест, как воспоминание того священного действия, которое было некогда совершено, когда обрели крест Спасителя. Вместе с крестом там были раскопаны гроб Спасителя, потому что они недалеко друг от друга. И Голгофа, и это место сейчас находится под одной крышей храма, который называется Храмом Святого Воскресения. Мы чествуем крест Господень как орудие нашего спасения. До распятия Спасителя на кресте крест был орудием позорной смерти, которые принимали разбойники, преступники. Спасителя злоба человеческая осудила до уровня преступника, самого низкого преступника, разбойника, грабителя, хотя он не имел ни единого греха в себе. Но взойдя болью на крест, Господь осветил это древо, и теперь оно стало не орудием проклятия, орудием нашего спасения. И мы, православные христиане, мы кланяемся кресту Господню, как животворящему древу, через которое жизнь вошла в человечество. Человечеству был возвращен рай, потерянный через грехопадение.
Мы крестом украшаем храмы свои. Мы поставляем кресты на таких каких-то красивых, знаменитых местах, связанных с нашей историей человеческой. Мы носим крестики у себя на груди. Каждый должен иметь у себя крестик на груди. Это тоже знамение крестное, которое охраняет человека от многих бед и от силы дьявольства. И мы крестом осеняем себя, стоя утром от сна, перед каким-то делом, перед принятием пищи, после пищи принятия, отходя ко сну, осеняем себя крестом, как силой, от которой исходит та сила, которая охраняет человека от козни дьявольства. Только надо вложить на себя правильно крестное знамя. Не так как-нибудь там, а должно быть крест. Вот так и перпендикулярно. Во имя Отца и Сына. Какое место здесь на плече, какое здесь на плече. Потому что небрежение, оно оскорбляет Бога. Это если калека человек, он, у него больная ручка там или ну, какая-то. Ну понятно, Бог не прощает, он лучше не может сделать. А если здоровье человека, должен потрудиться, чтобы сложить на себя правильно крестное знамение. И словами молиться, хоть кратенько, Господи помилуй, или Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мне грешного, или помоги мне, Господи, Боже, очисти мне грешного. Любая молитва с правильным крестным знаменем – это великая сила, которую мы, может быть, и не понимаем, и не можем ощутить еще по своей испорченности. Но придет время, когда каждый поймет, что силой Христа Господь ограждает нас от всего нечистого, всего злобного, который несет в себе падшие злу, который несут в себе падшие злые духи. Пусть силой честного животворящего Христа Господь хранит нас на всех путях нашей жизни. И пусть эта сила помогает нам устроять свою жизнь так, как Господь заповедовал. Жить по воле Божьей на земле. То есть не как я хочу, а как Бог хочет. А как Бог хочет, написано в книге, которая называется Евангелие. И тогда мы сподобимся чести в будущем веке жить со всеми святыми и прославлять Единого Троицы Бога, Изначального Отца, Единородного Сына, Всесвятыми Богими, Животворящим Духом, во веки веков. Аминь.